Здравствуйте, меня зовут Азиза, я менеджер объекта ЖК «Парижский квартал». У меня очень большая команда, поэтому для нас принципиально нужен командный дух. Командный дух заключается в слаженности нашей работы. Командный дух для меня – это всегда прийти на помощь. Командный дух – это когда люди сплоченно вместе делают одно дело. Командный дух для меня – это полагаться на коллег, и это общая цель. Одна общая цель объединяет. Командная работа для меня – правильно поставленные цели и правильно организованная работа. Мы должны достичь конечный результат, чтобы все жильцы нашего дома были довольны и удовлетворены нашей работой.